11 ноября в Москве в Государственной Думе открылась выставка, посвященная работе российского парламента во время Первой мировой войны. В открытии выставки приняли участие спикер Госдумы Сергей Нарышкин, а также руководители трех парламентских фракций Владимир Васильев, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Среди экспонатов выставки материалы Российского государственного архива социально-политической истории и Российского государственного исторического архива. На выставке представлены 150 архивных документов и фотографий, иллюстрирующих деятельность Госдумы в годы Первой мировой войны. Работа Российского парламента, Государственной Думы в тот период – это тоже часть истории. Часть и истории войны, и часть истории российского парламентаризма. Память о Первой мировой войне важна как урок для нынешнего поколения, для всех последующих поколений. Конечно, мы должны знать причины Первой мировой войны. Это выставка действительно небольшой, скромный, но реальный вклад в то, чтобы та война, которая еще, может быть, несколько лет назад была и называлась у нас забытой, вклад в то, что она теперь и уже навсегда для нас, для национальной памяти, для всего нашего общества станет называться войной великой.